Дорогие друзья, я хочу сказать большое спасибо всем, кто прочитал роман «Зулейха открывает глаза». Потому что без интереса к этому роману, без внимания читателей, второй роман не был бы написан никогда, это совершенно точно. Но, наконец, я могу рассказать, что вторая книга тоже есть. Роман называется «Дети мои» и появится он в мае этого года в редакции Елены Шубиной, чему я очень рада. Кусочки этого романа я прочитаю 14 апреля на тотальном диктанте. И те, кто интересуется, смогут уже немножко узнать о главном герое, которого зовут Якоб Иванович Бах. Это российский немец, советский немец, потому что действие начинается в 1916 году и длится до 1938 года. Роман рассказывает, с одной стороны, о мире немцев в Поволжье, о таком очень загадочном, закрытом мире, который практически позабыт сегодня и остался в прошлом. А с другой стороны, он рассказывает о главном герое, об этом самом человеке, который живет очень неприметной жизнью, и он, в общем-то, сам по себе и есть такой маленький человек классической русской литературы, несмотря на свою национальность. Вот из этого маленького человека он за 20 с небольшим лет превращается в настоящего большого героя. И происходит это, с одной стороны, благодаря творчеству, с другой стороны, благодаря любви, большой любви к собственным детям и к женщине, которую он встречает. Любовь к детям играет особую роль в романе, не буду раскрывать всех секретов, но здесь мне хотелось поделиться тем опытом родительства, который у меня есть, через этого главного героя и его отношение к дочери и к сыну. Так что приглашаю вас читать роман «Дети мои» в мае этого года.